Фонтан в пруду администрации округа – мобильное гидротехническое сооружение. Расконсервировать после зимовки, зафиксировать тросами стальные поплавки с форсунками в правильном положении – только эта работа занимает несколько часов. А затем, как и в любом гидросооружении, надо до конца закрутить каждый болт, чтобы утечек не было. Машина промывочная под большим давлением, значит, прогоняет воду под большим давлением и выгоняет воздух. По этим трубам сейчас нам будет подаваться вода. Сейчас последние штрихи производим, протяжку всех фланцев, всех стыков. Смотрим, чтобы не подсасывало воздух, иначе у нас не получится идеального фонтана. Жители и гости Одинцова тем временем уже открыли сезон катания на катамаранах. Удят рыбу, не хватает фонтана, чтобы излюбленное место для прогулок горожан приобрело совершенно летний вид. Всегда красиво, когда фонтан работает, всегда красиво, приятно, вода журчит. Для меня фонтан – это символ какого-то расслабления, символ счастья от пребывания в своем городе. Свежесть, прохлада и лето. Фонтаны только в летний период, поэтому это ассоциация с летом. Этот электрощит – своеобразный пульт управления фонтаном. Здесь есть три режима. Ручной, отключено, автоматика. Обычно все работает на автоматике. Фонтан действует с 7 утра до 22 вечера. Но сейчас пока включаем на ручной режим и пуск. Сейчас начал вначале работать насос. Там пробивается небольшая воздушная пробка. И вот сейчас вот несколько секунд, и все должно сработать. Да, да. Главное, фонтан Одинцова действует. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.